Всем большой привет! Сегодня будем делать натуральный домашний майонез. Готовится он проще простого, а получается в разы вкуснее, полезнее и дешевле магазинного. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Берем сухую, узкую, высокую емкость, разбиваем туда одно яйцо, добавляем 1/2 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, 1/3 чайной ложки черного молотого перца, 12 граммов горчицы, 150 миллилитров подсолнечного масла без запаха и выдавливаем сок 1/2 небольшого лимона. Теперь берем погружной блендер, опускаем его на самое дно и взбиваем на больших оборотах до получения однородной густой массы. На это уходит буквально 3-5 минут. Дальше перекладываем майонез в сухую стеклянную баночку. Из указанного количества продуктов получается 200 граммов соуса. И храним в холодильнике. Вот и все. Густой, натуральный, очень вкусный домашний майонез готов. Но делать его все же лучше непосредственно перед приготовлением блюд, так как срок годности такого майонеза не больше 3 дней. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.